Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами Лена Виктория, можно просто Вика. Мы сейчас декорируем капкейки, мы испекли банановые капкейки и декорируем их на завтрашний праздник, Thanksgiving, День Благодарения. И мы с дочкой, и вот с моим оператором, можете двумя руками камеру держать, мы решили показать непосредственно процесс декорирования этих капкейков. Я люблю выпекать, но давно, кстати, не пекла. И вот здесь один капкейк, один, вот, мама который дала мне. Я дала на пробу, отрезала ножом немножечко, да, и вот дала на пробу, и вот это вот создание стремится тут уже доесть его. Пожалуйста, не ломай, ну было вот 12 штук. Никаких особо приспособлений не нужно, сейчас я все подвину, а то я знаю, что... Оператор. Опять! Так, ну прекрати, сейчас уйдешь. И что у нас здесь есть? Здесь у нас есть вот такие вот съедобные глазки. Кошмар звучит. Кружочки тоже съедобные. И, конечно же, это Candy Corn. Даже не тяни сюда свои маленькие лапки. Да. И они будут имитировать и клюв, и хвостик. Ну, и также шоколадное крем. Покрытие. Это покупное, я не стала... изобретать велосипеды сама делать, некогда мне. А для мешочка кондитерского я использовала вот такой пакет зиплок. Диплодок. Оператор его называет. И насадку. Насадка может быть любая. Если нет насадки, просто кончик отрезайте ножничками, и тоже хорошо будет. Что мы сейчас делаем? Нужно дать остыть капкейкам. Они у меня стояли часа два. Гость, да. Пока я снимала тут видео. Я бедная сидела в комнате. Она бедная сидела в комнате. Хотя я не хотела. И вот теперь сейчас аккуратненько, бедная овечка. Ты клади, бед. Клади. Ну, я знаю сейчас. Ой. Ну, что ж ты делаешь? Ой, я не могу. Так, дай-ка сюда. Да. Так. Ну, вкусный. Вот возьми с поверхности, пожалуйста. Так, все. Теперь я убираю. Дай попробовать. Теперь мы придвигаем крем. Оператор опять к краю мне тут стремится. Я смотрю на внученьку. Да. Она там пытается под шумок. И вот так, да, палец. Сейчас я просто пока делаю покрытие. Просто покрытие пока не украшаю ничего. Крем стоял в холодильнике несколько часов. Вот так все. Оператор виноват. Оператор виноват, да, что там стоял крем. Ох, давно я это дело не делала. Честно, не хочу я прям очень... Да, он должен был постоять немножечко, размягчиться. Ничего страшного с ним случится. Мы тут будем все равно украшать. Или можно в микроволновку. Какая ты гениальная. Просто ну гений. Чистой красоты. Или одна. Так. В принципе... Можно даже и без этой сейчас насадки. Может, правда, ее немножко разогреть. Нет, не надо, не вздумай в этом-то, боже ж ты мой. Ой, я вот так вот сейчас делаю. Мне не очень бы хотелось, крем покупной, и он, конечно же, ну, сами понимаете, не полезный. Хотя я старалась выбирать максимально полезные из тех, которые были на прилавке, без всяких искусственных красителей и искусственных ароматизаторов. Ну, консерв здесь есть. Ну, вот только там корн-сироп и есть. Ну, взяла, все выдала, ну, вообще кошмар. Да, вот так вот. Сейчас мы продолжим. О, я не могу задержаться. Да, я думаю, что может быть, если дать крему все-таки... У нас сейчас просто уже 10 часов ночи, и как бы хочется уже спать. Мне не хочется. Ой, как красиво, посмотрите, как красиво крем упал. Вот здорово. Можно просто даже и ложечкой, если он будет чуть более мягкой консистенции. Вот сейчас я, в общем, покрою их все. Давай-ка, наверное, ложечкой. Я, наверное, сейчас все размягчу. И мы к вам вернемся. Оператор, держите руками. Я учу оператор, как делать. Я не могу, у меня руки грязные. Нет, вот так вот бери. Вот так, да, молодец. И ставишь на паузу. Вот покрываем шоколадным айсингом покрытием. Я вот так вот немножечко все расправляю. Сейчас главное покрыть все. Нанесла вот чайной ложечкой, без каких-то
либо других приспособлений. И вот такая у меня маленькая с лопаточка, спатула. Камеру немножечко повыше поднимите, оператор, пожалуйста. Тогда вы какие поднимите. Да, ну тогда вы чуть-чуть еще камеру поднимите. Я вообще не могу абсолютно работать. Так. Опять она смеется, ей смешно. Так. Ну, повыше сделай. Я не могу. Я как должна все делать? Повыше, это вы сами там регулируете. Вы же оператор. А как не я? Это ваши проблемы, не мои. Ну, ладно, да, понятно. Да? Тут еще дочка у меня. Дочка у меня больше интересуется, как это съесть. Правильно? А? Ну? Я просто интересовалась, как это делать на видео. Так, и сейчас я вот это вижу, что это лишнее, я сейчас это на другой. Ты делаешь на видео? Да, я сейчас делаю видео. Так хочется посмотреть, что получится, ну и вообще поделиться. Так, вы меня здесь не руку двигайте, а вы мне камеру двигайте, пожалуйста, по вашему усмотрению, но при этом я не могу смотреть на камеру, и вот эти, у меня тут не знаю, что получается. Видите себе профессионально, пожалуйста. Вот так. Я так стараюсь. Ну, вот старайтесь. Хотя бы заплатили хоть немножко. Ой, я секрет им дам. За работу, за мою. Я сдам им секрет. Давай, какой-то секрет. Okay, so. Я спрашивала у мамы, эй, можно cranberry sauce? А, это ты по-русски говори, пожалуйста. Я не знаю, как клюквенный это соус. Клюквенный соус. Она сказала, о, да, конечно. Я и я забыла, мама дорогая. Я забыла. Ну, ничего страшного, мы утром купим. Вот проблема-то какая. И да. А между прочим, магазины работают утром. Утром. До вечера. Да. В общем, вот так вот мы все смазываем. И сейчас после этого мы будем уже непосредственно. Да что ж такое, я бегаю от этой камеры, она за мной. На меня мало это волнует. Это ваша. А куда мне ее? Вот так? Нет, так не надо, это ваша работа. Вот только так я могу. Это какой-то ты посмотри. Или вот так. В общем, это шоколадный крем. И тут у меня еще 6 штук. Пока. Я считаю, что этого достаточно. Сейчас я еще остальную партию смажу, и мы вернемся к вам. Сейчас надо будет учить оператора, как ставить на паузу. Оператор, вот так берете. Вот. Итак, вот, пожалуйста, у нас здесь получилось 2 тарелки. В идеале должно было бы 12 коптейков. Один у нас съеденный. Практически. Так, и также я купила в магазине вот такие вот конфетные глазки. Да, здесь там же были в наборе кружочки такие маленькие, конфеточки. Ну и, конечно же, самое главное, что понадобится, это candy corns. Они будут имитировать у нас хвостик и клювик. Даже и не тяни сюда свои маленькие лапки. Итак, сейчас мы с вами будем на каждом капкейке делать из крема голову и хвостик. О, это очень много крема. Это очень много крема. И достаточно... Мама приходит. Такая грязненькая работа. Я использовала зиплок. Ножницами сделала небольшое отверстие наискосок. А насадочку, у кого нет насадки, ничего страшного, не обязательно, ее здесь не будет видно. Теперь мы... Крем не должен быть сильно... У меня банка стояла в холодильнике часа 4, и потом ее нужно было вытащить, и она должна где-то полчаса постоять в тепле, иначе... Оператор не вытащил. Оператор не вытащил, да. Я вот здесь вот размечаю голову. Опять начинается проблема с этим оператором, какой-то кошмар. А вот здесь вот будет у нас хвост. Вот так. Большой хвост. Да, голова пока никакая. Мне надо сейчас сделать кружочек. А может вот кто-то держать, а я буду делать. Да, так будет мне лучше, потому что мне очень неудобно. Все-таки желать... Тихонечко, можешь пониже опустить, пожалуйста, очень неудобно. Неудобно. Так. Лебедь? Это лебедь? Это не лебедь. Это будет голова. Габл-габл. Okay. Вот так. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Сейчас мы сделаем глазки. Я вот. Хвостик. И хвостик делаем вот так вот. Сильно много не трать. Вот так и еще давай. Надо еще один. Взяла, испачкала все. Нет. Конечно же, это все потом нужно поставить в холодильник.
такое чувство, что надо сюда ему вот такой клюв. Делай, делай. Ты думаешь? Я знаю, как. Как? Погоди. Я покажу. Ты хочешь сломать? Молодец, она сломала, значит. И другую часть мажет. Ну да сейчас прям. Молодец, научись. Вот такой вот клювик. А вот эти вот кружочки мы так посыпем просто. А что, красиво получается. Индюшка. Ой, глаз у меня тут прицепился. Нет, все так не надо, сладкое очень. Вот так. Вот, можно, конечно, побольше вот таких вот конфеточек. Вот такая вот габл-габл у вас получилась. Желательно это вот так приподнять и поставить в холодильничек, чтобы застыла и все-таки была форма хвостика. Нет, она опустится потом. Вот так вот вы увидели, как декорировать в домашних условиях. После того, как все будет готово и все застынет, мы вам уже покажем. Симпатяга. Оператор пока научится, как... Итак, вот наши капкейки, наши маленькие индюшки. У нас здесь вот, пожалуйста, искатель с индюшками. И вот салфетки с индюшками. Вот это первая тарелочка. Где-то не хватило конфеточек. Мы их заменили маленькими кусочками, которые остались для клювиков. И вот такая тарелочка. Пожалуйста, посмотрите. Ну, разве не прелесть? Давайте покажем какой-нибудь, да, для примера. Вот, у него там, пожалуйста, все, что надо под клювиком. Бородка в виде красных конфеточек, шариков. Хвостик. Где еще? Вот этот вот больно любопытный на меня смотрит, да? Смотришь на меня? Смотришь на меня? Вот это. Вот это, да. Так что вот такая вот необычная красота у нас получилась. И я заранее знаю, где любимый дочкин индюшка. Этот, нет, да? Это не твой? Как, это был твой? Маленький. Как, это не я? Я могу взять тебя тоже. Ах, ты тоже? Ну, ты тут всех можешь взять, да. Ну что ж, мы очень надеемся, что вместе с нашим видео и нашими капкейками в виде индюшки у вас появилось тоже праздничное настроение. Всех поздравляем с праздником. День Благодарения – это замечательный праздник, когда вы можете поблагодарить Бога и поблагодарить всех своих родных за то, что вы все вместе. Всем пока-пока, удачи вам, любви, до новых встреч!